Всех приветствую на канале «Просто Германия». В Германии сейчас период рождественских ярмарок. Не везде они закрыты. В Вормсе эта ярмарка работает. Кому интересно, я вас приглашаю сегодня с нами. Мы взяли вот такую вот программку о том, какие мероприятия проводятся на этой ярмарке. Здесь прям по дням указано, какой день что проводится, где находятся какие пункты по продажам напитков, глювайна, всяких сладостей или изделий ручной работы. Также есть возможность купить какие-то сувенирную продукцию. Там дальше я представлю фото, и в этой программке можно найти пункт, где их можно купить. Как же без колеса обозрения? Оно есть на площади возле ратуши. Огромное колесо обозрения. Ночью оно особенно прекрасно. Его видно далеко. При въезде в Вормс его видно. На мосту Нибелунгов, возле башни Нибелунгов. У меня есть, кстати, видео об этой башне Нибелунгов. Вход туда стоит 6 евро для взрослых и 3 для маленьких детей от 3 лет. Естественно, действуют правила 2G, привит, выздоровевший. Ну, нужно, естественно, предъявлять сертификаты и паспорта при входе, при покупке билета. Так вот выглядит оно издалека. Также на ярмарке традиционно представлено очень много изделий ручной работы. Ну и хочу отметить, что в этом году как-то бедненький какой-то ассортимент. Все-таки нету столько, как было в прошлые года. И, ну, например, вот кофточка, вязаная ручной работы, шерсть 99 евро. Это одна из локалей, где можно выпить и закусить. Также действует правило 2G. Привит. И выздоровел. А это рождественская сцена, где город проводит какие-то мероприятия. Ну, есть там Дед Мороз, который он кланяется. Вход туда запрещен для простых обывателей. Это собор Павла. Ой, Петра. Порадовала нас рождественская елочка своими украшениями. Такими специфическими украшениями именно Вормса. Находится эта елочка возле фонтана Нибелунгов, если я не ошибаюсь. Да, возле главной рождественской сцены. Ну, вот такие вот подделки ручной работы. Всевозможные подсвечники, свечи. 12 евро. Небольшая такая свечечка. Красиво, очень красиво. Но опять-таки же отмечу, в этом году очень небольшой выбор. Можно выпить глювайн. Опять-таки же для тех, кто привит и выздоровел. Все это проверяется. Вот это эмблема рождественского ярмарки в Вормсе. Вот это очередное лавка, где продают леденцы из трав. Такой вот музыкант играет интересную музыку. Мы, в общем-то, завершили нашу прогулку по ярмарке. Кому было интересно с нами, ставим лайк, комментируем, даже негативно. Кто хочет сам увидеть ярмарку, принять в ней участие, пожалуйста, приезжайте в Вормс. Ярмарка будет открыта до конца Рождества. А всем пока! Чусь!